для того, чтобы понять, что чувство одиночества тебе приносит дискомфорт, тут еще необходим какой-то навык рефлексии, потому что мы же чувства-то испытываем неосознанно, и мы, ну, можем испытывать внутреннее некое, как бы, неудовлетворение, но объяснять его даже как-то по-другому. Ну, то есть очень часто бывает, что люди как бы находятся в действительности, мучаются от одиночества, находятся в этом состоянии, но при этом объясняют это вообще по-другому, и даже, получается, не в курсе. Чувство боли и центр боли лежит, в общем, достаточно глубоко в мозге, вот, а мы обычно имеем дело с тем, что уже на поверхности, то, что как-то нами означено и, может быть, продумано там и так далее, и люди действительно могут, одни могут страдать от одиночества, находясь среди других людей, но это их вот такое психологическое переживание, связанное с тем, что я обвиняю других в том, что они меня не понимают, не принимают, не любят, не ценят там и так далее. Боже мой, я одинок, да? Значит, а может быть другое, я могу находиться в реальном одиночестве, вот, но не осознавать, ну, то есть у меня вроде бы есть друзья, ну, вот, как бы, у меня вроде бы как-то ко мне неплохо относятся, да? Вроде бы я хожу на работу, я там с кем-то даже пью кофе иногда вместе, ну, вот, то есть у меня может быть ощущение, что я, в общем, в целом социально интегрирован, но при этом для психики, для ее глубинных структур этого недостаточно, да? Вот. И дальше я это компенсирую странными образами. Можно компенсировать, например, это часто очень происходит в компьютерных играх. Потому что в компьютерных играх, как правило, есть какая-то социальная динамика. Ну, то есть есть вообще компьютерные игры, где там сплошная социальная, вы собираетесь в банды, крушите, значит, я не знаю, там танки или что-нибудь, вот, танки там собираются, я не знаю. Вот, танки, да, собираются, конечно, пачками, танки, вот, самолеты, да, мы дружим корабли. Танками, вот, да. Да, значит, это, а бывают просто вот всякие разные, понимаете, такие простые очень, игры, в которых там возникают какие-то существа, про которые ты должен заботиться там, или еще что-то. Это очень распространенные такие кейсы. Вот, и появляется друг такой вот, о котором ты должен позаботиться, там, ему что-то построить, накормить его, такой тамагочи.